Самое главное на свете — электричество. Так решил однажды Крутов Егор. В жизни он не на виду, но ваше величество по части электричества. Все зовут его электрик, он четвертого разряда. Не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Живет он в нашем доме, дом наш характеризуется как неблагополучный. Хулиганы да хмыри, но появляется Егор. Егор электризуется, и хулиганов вызывают скорое 03. Электрик он четвертого разряда. Не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит, чего надо, кому надо, и в мире жить становится светло. Жена его известна, она актриса Тюза. С режиссером они ищут, как явить страстей накал. Но появляется Егор. Егор электризуется, и режиссер находит то, чего искал. Он режиссер, однако без разряда. Оно, конечно, из престижных ремесло, но чем не надо делать, как надо, лучше надо. Глядишь, оно и жить становится светло. Да он и сам бы им сыграл в любви, позоре, славе. Он отстрадал бы за народ. Слов громких не боюсь, но пьесы нет у них такой. А то оно, что ставят, сплошной такой-то модернизм. Пардон, что матерюсь. Он выручал меня не раз. Бывает, что тычешься о стену лбом, а там тупик, а там ничего нет. Но он найдет слова, а в них такое электричество, что било меня током и открывался свет. А если по тебе катком пройдет цивилизация, искусство, просвещение, Минфин, Верховный суд, ты помни, есть в тебе душа, а в ней сигнализация. Электрика не звали, электрик тут как тут, электрик он четвертого разряда. И из престижных это ремесло, но придет и крутит, чего надо, куда надо, и в мире же становится светло. Троллейбусами едешь, и ты едешь электричкой, повсюду напряжение, и сколько раз нищет бывает, вспомнишь про Егора. Видно что-то необычное, возможно, электричество особое в нем есть. Он не герой и не мессия, он реализуется в несложной схеме к жизни. Душой не прикипев, он просто в жизни появляется. И жизнь поляризуется, и песня эта пишется, и в песне есть припев. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и крутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Спасибо! Желаю всем нам жить светло. Не понял, что записано?